Позже пришел. Блять, вы уже здесь все знаете, сука. Go loud. Садитесь там, зато у нас теперь хорошая прикрытие. Лучше, чем в прошлый раз. Если будете заделывать окна, делайте вот эти от хранилища самые левые. Я пойду под шумок, пока это эмки продрелю. Куда? Полис Counter-Strike. Я не замечал, что на голбанке он говорит. Полис Counter-Strike. Учитывая то, что это карта в Counter-Strike, наверное, логично. There's an extraction team coming for the civilians. Stay sharp. Watch your exits. Keep eyes open for flashbangs. Пора по местам. Ай-яй-яй. Заделывай твой последний. Какую красоту поставила? Сам раб, не иногда. Да, он уже ногу такой перекидывать начал. Последнюю слева, в смысле, забить? Дрельная автористор. А, проверишь, пикап. Всадил там, блядь. Стоит у тебя, блядь, не будет просто походить. Он просто маневрировал. Там два дозера. Да чё ж так жестоко всаживают? Ой, это я зря сделал. Или наркотста. Да, до сих пор на экране. Таб зажми, видишь. Я нет, бог стаду. Еще один. Мы там его мочили, я вышел так. Еще один. Иди сюда. И ты всех убьёт. Рэмбо. Не, ну а чё? Мне просто это выражение нравится. Надо же использовать. Ах ты Рэмбо комнат. Или боец с дивана, да, и так далее. По-царски опять. Диванный паладин. Диванный паладин, вообще охуенно. Плохая идея была. Это как люди писали, это, по-моему, на украинских форумах от темпы ее с диванный паладин. Тот же самый диванный воин, только на 200% больше праведности. Так-то у нас Фейт там готовится вылетать за сумками. Они слева. Да, поэтому лучше сзади опять же. А хотя нет, лучше спереди сзади снайпера. А хотя один хуй снайперов надо убивать. Да, я побил с кем-нибудь. Я тоже. Рубашка такой думает, чист карта или нет. Я решил на него.
Так, как где еще одна? У нас на крыше, да? Да. Снайперов разуплотнять. Открылось. Так, я пойду почекаю. Блин, у меня так назло. Дайте мне клокер. Вот, вот. Так, я пойду вот, снайпер. Сойдет. Нет, берсеркер просто он был активирован. Ты снайпер втопил по тебе? Да. Один выстрел, и у меня полные хиты превратились. 2%. Да, но мы не успеваем все остальное. Я могу закинуть, конечно, вам пару сумок. Ай, я все. Я запускаю, я сомневаюсь, что он с первого раза. Считаю, по максимуму сколько смогу. Кидаю. Меня шлок. Так, я мертв. Сейчас, теперь меня клокер. Ослеплен, но... Так, я... Ты решил вот так от клапанов. Не, я просто с Лансунги был. Не, я понял, поэтому не шел в подъезд. Стойте, посажу. О, мой красивый. Ставим ставки. Как быстро ты сдохнешь. О, правильно, сиди хранишь. А, сумка. А, он, благо, сюда прям идет. Но я его сбил в воздухе. Ибо нехуй. Ай. Давай. Аккуратней с гранатами. На этот раз сумок с деньгами меньше. Существенно меньше. Ну не существенно. 7 сумок еще, по-моему. 6 точнее. Еще мелких аптечку поставьте. Мне уж скоро надо. Да, я. Промазал. Он сомневался. Но нам этот ассалтан быстрее отбить. Может наоборот? А он прилетит до конца, а то его не успеем сумки закидать. Один раз уже промазал, да? Да. Второй раз не промажешь тоже. Не, ну кто даджоя, можно вот так делать. Даджоя вообще кроме меня. Да. Я могу сейчас прям в коридорах туда прокидывать. Таким образом. Нет, тайзеры. Да, блядь. Где он, найти не могу. Ну, за ёлку спрятался. Так. Клаус, куда ёбали? Щиты. Так, а все сумки, все скидывали. Сука, не успел две сумки сбросить. А забрал? Да. Довер. Два. Убьем. Пока сильно не торопитесь. 29 щей на карте. Так, мотиватор у Клайда и у меня. Мелкий. Я... А, да, я жрал крутую тачку, да? Так, я забрал. Тогда разуплотняем их до количества, не знаю, 15. Не, имхово, опять же, сзади лучше уйти, обойти их просто. Хорошо. Ну тогда сразу погнали. Все? Повоели, все? Нет. Да не, вот сюда проходить.
Да, Артур. Ну, снайперов, да, снимать. Сейчас. А, вижу. Один готов. Я А, я ж без сумки. Я шагом иду, думаю, с сумкой. Крывая. Ох, сейчас будет весело. Все на место. Погнали. Погнали. Я направо. А нам в любом случае направо. Нам далеко бежать. Все время направо, направо, направо бежим. Потом... Тут один развернул налево. Я нашел. Ну, там инстинктивно, понятно. Выбить. Элементарно. Элементарно, вот. Да. Хорошо, играем. Это вам не эскейп на контрфейте. Ну, эскейп, аналог эскейп на контрфейте, это крысы. Но все равно там запас прихороший, сетап 20. А на контрфейте у нас одна секунда на соплях было. Чё, дип? Нет, я не про это. Я про то, что у меня... 59 человек каким-то боком, учитывая то, что я половину времени пилил, а половину времени сидел. Ничего не делал. Весьма странно. Так. Дай мне Далса, о великий рандом. И мне. Есть Далс. Как каждому сразу. Прок. Магнит, блядь. Сука.